фантазии у тебя. Я нарисовала твою сказку про принца и принцессу, которые жили в сказочной стране. И где колдун украл у них любовь, а принц отправился искать. Я уеду на неделю в командировку. Мне плевать, куда и насколько ты едешь. Мама и папа собираются развестись. Значит, потеряли любовь, так? Ну. Папа едет в командировку в Армению. Это страна из сказки папы. Если мама там тоже окажется, они точно найдут свою любовь. Ты? Ольга. Папа! Дети. Дети. Вы будете жить здесь. Арчук, прошу, не позорь меня перед этими людьми. Отойди. Древняя армянская свадьба. Мне, наконец, удалось привлечь ЮНЕСКО, чтобы зарегистрировать этот обряд. У нас бык взбесился. Я не позволю моих детей подвергать опасности. Я их привезла, я за них и в ответе. Даже если ничего не получится, хотя бы последнюю неделю проведем вместе. Надо что-нибудь придумать. Можно так влюбиться, что не захочешь возвращаться. Свинья. Дура. Свинья. Дура. Свинья. Дура. Свинья. Дура. Свинья. Дура. Столько всего пройдено за эти 7 дней, что жалко разводиться. Смотрите, все сбывается. Папины сказки. Ну, знакомьтесь. Представители малого театра соседнего города. А у вас и большой есть? Да при чем тут это, Ольга Джан? Просто театр маленький, говорим малый театр.